У вина достоинство, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное? Может быть, зеленый змей? Где там джинны с кувшином? Ну, если я чего решил... Что, мой господин, пожелай! Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Так, я растерялся, что же, я даже не знаю, что пожелать. Давай все сразу. Пожеланий нет, я обратно. Давай все сразу. Все сразу и побольше? Трех уток пожрать, выпить и поспать. Все сразу побольше? Чтобы мне за это ничего не было? Да. Нет, тогда я обратно. Но к этим шуткам отношусь.